Я искренне поздравляю вас всех с знаменательным событием вашей жизни. Сегодня практически здесь, в Комсомольске, завершился строительство и реконструкции большой учебный комплекс. И это не может не радовать в первую очередь, конечно же, вас, дорогие ребята. Потому что образование – это, наверное, самое главное, что есть в жизни у человека. Вы учитесь, вы получаете знания, вы становитесь взрослыми. Завтра старшеклассники уйдут во взрослую жизнь. А малыши сегодня войдут в новое здание и уже с самого-самого раннего детства поймут, что качественное, высокопрофессиональное обучение – это главное в жизни. Вопросы образования – это приоритет руководства нашей страны, приоритет работы правительства Российской Федерации, приоритет работы главы государства Владимира Путина. Сегодня я с удовлетворением хочу сказать, что поставленные задачи здесь у нас в Республике Калмыкия выполняются эффективно. И это можно видеть своими собственными глазами на примере сдачи в эксплуатацию после реконструкции нового учебного корпуса для начальных классов. Безусловно, это результат нашего доброго многолетнего сотрудничества с Каспийским трубопроводным консорциумом. Я, пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить здесь присутствующего Михаила Игнатьевича Гришенкова за его личное участие в той помощи и поддержке, которую оказывает нам консорциум. И действительно, сегодня по всем уголкам нашей республики скорая помощь, школьные автобусы, автобусы для наших фольклорных коллективов. Тысячи и тысячи первоклашек получают каждый год свои ранцы и идут с ними в школу. И многое-многое другое, здравоохранение. Все это связано с нашим активным, эффективным и, самое главное, дружеским сотрудничеством с компанией. Я от вас всех, всему руководству компании, генеральному директору Горбаню Николаю Николаевичу, приношу свои слова самой искренней признательности и благодарности. Я уверен, что с вводом в эксплуатацию нового учебного корпуса мы все в скором будущем увидим новые наши кадры, новое поколение, которое уже с первого дня обучения в школе получает качественный доступ к интернету, учится жить и учиться в новых условиях. И еще, конечно же, я благодарен и признателен педагогам. Вы получаете новые условия для своей работы. Комфортные, достойные 21 века. Я поздравляю вас, нас всех с этой знаменательной датой, с этим хорошим, красивым, радостным мероприятием. И хочу пожелать нам всем доброго мирного неба, счастья и благополучия. Добрый путь.